Всем привет, ребята! Ну что, как я и говорил, в принципе, да, абортную тему начинают сливать. На это, в принципе, есть и объективные события. Почему пока что эта тема, ну, не может дойти до голов власть имущих, до голов законопринимающих, так скажем. Самое сложное, что не доходит до голов простых граждан. Поэтому я вам сейчас дам некую аргументированную базу, назовем это так, слова будем изобретать. Короче, я вам сейчас дам аргументацию, которая, в принципе, может вас натолкнуть на определенные умозаключения. В общем, смотрите, запросов по поводу абортной темы было много. С некоторыми я буду говорить честно, с некоторыми очень жесткими, так скажем, я где-то не согласен. Я просто всегда говорю, что сначала нужно подготовить платформу для того, чтобы люди больше наши рожали, да? Хотя бы эти события должны происходить одновременно, понимаете? То есть создание платформы, создание базы мотивационной для людей и уже потом какие-то там внесения. Ну так получилось, что времени у нас хрен не есть, времени у нас не осталось. 50 лет и мы вырождаться будем полностью. У нас полное замещение нашей культуры, замещение наших людей. Вот вы заметили, что у нас очень много строят новостроек. Для кого? Ну мы-то не рожаем. Мы рожаем 1,5 ребенка в среднем. Мигранты рожают 5 детей в среднем. Они дома строят для себя, чтобы вы это понимали. Ну нам куда? Ну мы не рожаем. Из 20 новых построенных домов нам пригодится один. Остальные мигранты, вы же видите, так и появляются целые районы, как Новая Москва в Москве. И каждый в своем городе, я думаю, уже знает некий мигрантский район, где их просто очень-очень много. Правильно? Правильно. Но у нас идет возня. В общем, что сейчас как бы проходит? Первое. Частные клиники будут отказываться от абортариев, да, не будут делать аборт, им это будет запрещено. Метод, конечно же, хороший, безусловно. Но если брать как 100% выполняемую задачу, 100%, здесь это, ну, 7%, в принципе, от 100 к успеху. Почему? Потому что, ну, частные клиники – это частные клиники. Второй метод, который будут делать, это штраф. Штраф, если частная клиника в итоге сделает. Это вообще просто абсолютно нерабочая схема, можно было даже и не делать. Это вообще нерабочая схема, в ноль, в тотал никак. Просто, ну, никто не будет, зная, что есть штраф. Штраф выписывается, когда действие полностью произошло от и до 100% результата. Понятное дело, что никто этого делать не будет, что просто не получать штрафы, либо доказать, что произошло событие, которое подвергается штрафу, будет просто юридически очень-очень-очень сложно, долгий будет процесс судебный, никто за это браться не будет. Ну, короче, работают грамотно наши товарищи, которые супротив. И поэтому я вам расскажу следующее. Вот смотрите, никто не обращал внимания на одну аргументацию, от которой вот мы недавно с соратниками ее обсуждали, на самом деле она имеет место быть. Юридически просто. Жизнь человека начинается с момента зачатия. Это уже установленный научный факт. Это заключение сделал завкафедры эмбриологии биофака МГУ. Ребят, ну то есть это не какой-то там левый товарищ, министр, который понятия не имеет, как работают эти процессы. Это именно заключение завкафедры эмбриологии. Он берет и говорит, с момента зачатия начинается жизнь, а с момента двухнедельного эмбриона это уже человек. Вопрос, если это уже человек физически, биологически, наверное, он должен иметь юридический статус и права человека, который как бы входит в законодательную базу государства. Конечно, конечно, да. Юридически это так. Юридически, если вы мерзкая сволочь, которая взяла и убила беременную женщину, судить вас будут как за двойное убийство по сути своей. Вопрос, если это юридически установлено в уголовном праве вот так, тогда почему в гражданском праве не соблюдаются права этого ребенка? Ну это же провал. Это же провал, ребята. Человек имеет право на жизнь, но его просто убивают. Часто это происходит даже по обману. Сейчас просто привожу историю, которую я услышал вчера. Ко мне приезжал один из наших руководителей на рабочую встречу северного человека. Важно было, да? Он у нас такой. И он рассказал просто мне свою историю. Он зашел в разговор. И он мне рассказал свою историю. Он говорит, жена, 7 лет назад, все, беременна, 3-й месяц, все вроде хорошо. Пошли, значит, на учет в частную клинику. Им там просто сразу берут и говорят, замерзший плод, надо делать аборт, заражение крови, умрет. И женщина, и ребенок. Жути нагнали, пипец. То есть их просто сходу обманывают.
Я не говорю, что это происходит в 100% клиниках, но зная все эти истории, читая комментарии, я уже видел не раз истории. Кстати, ребят, свои истории в комментариях пишите. Просто пишите. А если хотите, знаете, что сделайте? На своих ресурсах запишите свою историю, свое видео по поводу того, как вам настаивали делать аборт, а ребенок родился и все в порядке. Короче, мой вот этот вот друг-руководитель, он в одной, ему говорит, не-не, все, жопа, блядь, прямо сейчас на аборт давайте. Он во вторую клинику, они сделали УЗИ, посмотрели, они говорят, все нормально, все хорошо, где вам это сказали? Он говорит, там-то, там-то. И такие, понятно. Они в третью клинику, ну просто проверить. Там уже начались метания, когда им сказали, что нам в одной клинике вот это сказали, а в другой клинике вот это. И они начали моросить, потому что понимают, что ответственность может прилететь. И они начали, что, не, ну вроде как да. Короче, девочке 7 лет, замечательная, учится, образование и так далее. Здоровый ребенок, дай бог, этой семье еще больше детей. Но его убеждали, это обман. И часто так происходит. Рассказывайте свои истории, ребят. Дальше. Прерывание беременности наносит огромный вред здоровью женщин. Это все прекрасно знают. Это потом и бесплодие, это потом гормональные срывы, это потом кто-то добирается вообще до сахарных диабетов и так далее. Там много происходит факторов, которые срывают гормональный фон для женщины. Аборт плохо делать, понятное дело. Физически его делать, ну, плохо, блин. И, ребят, фактор и аргумент, который я говорил очень много раз. Нас просто замещают. Я понимаю, что сложно. Я тоже понимаю, что бояться и переживать. Я сам, ну, пока я не встретил женщину, чтобы вот, я очень хочу много детей, чтобы было, но не встретил я пока женщину, ребят. Ну, вот так сложилось у меня. У меня сложилось так. Попадались мне женщины проблемные. Потом началось, одна заявила про child free какой-то там, сразу, естественно, до свидания. Какой child free? Какой child free, о чем вы говорите? Вот. Пока нет. Я думаю, что я своим примером, дай бог, я встречу женщину, и своим примером я уже покажу. На старости лет так уж сложилось, извините, да. Вот, очень хочется, постараюсь, буду делать. Я понимаю, что сложно и бояться, но еще раз, ребята, нас через 100 лет, ну не будет, ну поймите вы. Вы-то ладно, ну мы-то ладно, в том плане, что нас уже как бы не будет, мы будем в другом месте. С течением времени, но дети наши, внуки, правнуки, культура, этнос, многовековая история на наших плечах сейчас лежит. Вы поймите, насколько это сейчас важно. На наших плечах лежит будущее этноса, народа целого. Это один из факторов, который мы обязаны выполнить, ребят. Это, но от нас сейчас многое зависит. Поэтому, дорогие мои, поддерживайте инициативу, рассказывайте свои истории, записывайте свои видосы. Я там сейчас еще поразмещаю ресурсы, куда можно заходить и помогать этому делу. Всем большое спасибо. Мы продолжаем работать дальше. Спасибо.